Вот так сердечно встречали в Брестском государственном университете имени Пушкина участников международной научной конференции «Современный мир и национальные интересы Республики Беларусь». После регистрации прошло общее пленарное заседание, на котором выступили представители университета, прокуратуры Брестской области, а также депутатского корпуса. Все события, которые происходят и внутри государства нашего, и за пределами нашей страны, говорят о том, что сегодня существуют такие вызовы и угрозы, которые ставят весь мир на пороге войны, на пороге решения политических вопросов именно военным путем. Мы должны вырабатывать механизм противодействия этому всему и, проще говоря, расставлять, скажем так, те шаги, которые могли бы обезопасить нас, сохранить тот мир, порядок, тот политический строй, который у нас в стране. После пленарного заседания работа конференции разделилась на 5 секций, основными темами которых стали безопасность государства в самых различных аспектах, а также сохранение исторической памяти. Национальная безопасность – это очень важно для страны. И в первую очередь, что определяет национальная безопасность – это защищенность страны от внешних и внутренних вызовов, которые гарантируют социально устойчивое и экономическое развитие Республики Беларусь. И, конечно же, национальная безопасность предполагает различные направления. Это и политическая безопасность, и экономическая, и демографическая, и экологическая, и военная безопасность. И сегодняшние участники научной конференции как раз и будут говорить об одном из этих направлений национальной безопасности. Беларусь и Россия сегодня по одну сторону геополитических международных отношений. Поэтому нисколько не удивительно, что участниками конференции стали представители белорусской и российской сторон. А гибридный формат проведения мероприятия позволил заслушать доклады как в очном формате, так и в режиме видеоконференц-связи. Удалось проанализировать и осветить широкий круг вопросов. Участники готовы и далее объединять усилия в защите национальных интересов.